Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 27 апреля. Сегодня первый раз мои томаты останутся ночевать на улице без каких-либо утеплителей, без укрытия. И многих, уже сегодня читала комментарии, очень многих интересуют именно температурные режимы. При какой температуре можно отважиться и оставить их прям вот так голышом, вот как у меня. У меня эти, видели днем, наверное, что я выставила на закаливание их, но я их прикрыла от солнечного света, от яркого, эти поменьше. А вот эти уже взрослые, они в 500-граммовых стаканчиках, и я их даже не прикрывала ни от солнца, ни от чего, от холода тоже не буду прикрывать. Сейчас расскажу о моих температурных режимах, при каких температурах я без опаски, без сомнения могу оставить все эти томаты на улице. И еще, при этой же температуре я не закрываю форточки, то есть уже теплице не нужно сохранять вот это тепло. Смотрите, сейчас я стою, 8 вечера, 9 час, у меня 20 градусов. Конечно, это очень тепло, это очень хорошо. Но глядя на ночные температуры, ну и как я сама понимаю, что ночью будет намного прохладнее. Я посмотрела все ночные, как по часам, специально смотрю прогноз часовой, до часу, до двух, до трех, она постепенно снижается, но еще будет до 10. Там будет сейчас 15, 13, 10. Это та температура, при которой вообще не стоит расстраиваться. Они ночуют при этой температуре хорошо. И в 4 утра, с 4 утра до 7 будет понижение до 8 градусов. То есть понижение кратковременное, буквально на 3 часа. Потом опять начинает ползти. И уже в 8, в 9 она снова станет 13-15 градусов. Поэтому, посмотрев, вот при такой температуре я оставляю, потому что я всегда говорила, что 10 градусов – это для томатов температура для ночевки, это нормальная, ничего страшного с ними не случится. Но даже если опускается до 8 или до 7, но на какое-то короткое время, на 2, на 3 часа, вот прям буквально чуть остыл воздух, потом раз – опять поднимается. Вот при таких температурах я оставляю, и я уже не укрываю. Днем я еще думала, ставить дуги или не ставить. Думаю, вечером посмотрю. Но вечером я решила, что такая температура, я даже не буду дуги выставлять. И сейчас я вот иду закрывать двери в теплицах во всех. Видите, у меня тут уже какие балаганы настроены. Дверь я закрою, но форточки оставлю для проветривания, потому что вот при таких, когда 20 вечером, в 9 вечера 20 градусов, если закрыть все и форточки, и двери, то там уже начинается вот такое немножко, и конденсат не проветривается, и чуть-чуть чрезмерно там вот, как сказать, вот эта непроветриваемость, она уже не нужна. При таких температурах я уже оставляю форточки открыты, чтобы они немножко, томаты, дышали. Тут, ну, в теплицах тут нужно соблюсти, конечно, баланс, чтобы им не было холодно, но и чтобы не было душно. Птицы стрекочут, даже я не могу их перекричать. Все, до свидания. Этот коротенький ролик я сняла только потому, что сейчас начала читать комментарии и уже вижу вопросы. А почему вы не говорите, при каких температурах вот вы на закаливание оставляете? Это ведь самое главное, ночные температуры. Я вот рассказала, что у меня будет ночью 10, до 8 понизится кратковременно на 2-3 часа, а потом опять 12-13. Эта температура, этой температуры достаточно, чтобы томаты ночью не пострадали. Все, до свидания.